Итак, всем доброго времени суток, с вами Роман. Видео, создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Сейчас нашел очень интересный фаст. Сразу рассказываю. Никогда ничего не рекламирую, не принуждаю. Только рассказываю, где лично зарабатываю сам. Фастик называется у нас Yidzet. И он очень необычный, очень интересный проект. Рекомендую вам присмотреться. Вот. Значит, говорю, админ рабочий, работать может очень долго и может принести хороший профит. Но не стоит забывать о рисках. Вот, бывает такое, что даже топовые админы, вот, как проект, который вы помните, был, делал на канале, тоже админ топовый, но думал, что он больше отработает. Вот. Нужно помнить всегда о рисках, но действительно здесь можно заработать очень хорошо. Вот, в общем, посмотрим все как пойдет. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. 12% это партнерка. И у нас получается от 1 до 500 долларов можно внести. И смотрите, сколько приносит процентов в час. Значит, если вы инвестируете от 1 до 10 долларов, у нас здесь 1% в час. Если от 10 долларов и выше, у нас 1,1% в час. Так, я буду заходить на 10 долларов. Так, проект долларовый, в принципе, вот, смотрите, суммы здесь небольшие, вот, по 50, по 100 долларов, я думаю, что люди будут сюда заходить, вот, и я не думаю даже, что здесь будут морозиться большие депозиты, потому что маркетинг такой умеренный, интересный маркетинг, поэтому можно попробовать. Так, давайте, ладно, я зайду на 10 долларов, я уж выберу вот этот тариф, выберу на 10, 1 на 1 выберу. Платежная система это только одна, PR, возможно, будет и... В будущем, возможно, будет еще что-то добавляться. Так, ну заходим на 10 долларов. И каждый час я получаю денежку по 10 центов. Вывод от 10 центов. То есть выводить можно сразу же. Так, нажимаем. Подтверждаем. Так, ну и вот у нас депозит, у нас пиг. То есть это свинья, которая приносит нам 1.10. А не, по 11 центов, я вру. Так, настроечки. Пропишите ваш PR кошелечек, не забывайте. Это очень важно, прописать ваш PR кошелечек. Вот. Ну и будем с вами, конечно же, следить, дальше узнавать о новых, о выплатах данного проекта. Вот, будем все показывать. Вот, вот он новый депозит. 10 рублей. Вот, он только-только стартовал, свежий, стартовал вот, буквально пару часов назад. Поэтому, я думаю, можно попробовать. Вот. Не стоит забывать о рисках. Ссылочка под видео. Желаю удачных заработков и до новых встреч.